Кава. Ничего, что я на украинском стриме так себя веду, не? Люк. Ты поаккуратнее с факером, он приедет в Москву скоро. От того, что ты опять... Слушай, а может факер террорист, может он в Москву с миссией едет? Факт, ты прекрати, полиция, что ты москаль, то выгонит из Старладера, там, блять, у вас махровые националисты работают. Макс, вот прям вот эта дорога, если ты видишь на GPS, которая вот направо, вот нам на нее. Понял. И все, и там дальше прямо-прямо-прямо, и мы в круг въедем в город, который в круге уже. И он будет еще 8 минут в круге, поэтому может там что-нибудь полутать. Какие же тут лобовые стекла ебанутые, блять, поверить не могу, что такие когда-нибудь будут в жизни. А что тебе не нравится? Ну, подумай сам. Ну, если бы это была обычная, типа, машина, то это, блядь, вообще пиздец, по-моему, был полный. Mm-hmm, начиная смотри. От того, что габаритное зеркало некуда повесить. А это, знаешь, мне кажется, чего сделали? Потому что все машины похожи на реальные, они просто, чтобы это... Копирайт или что там, замак, вот это все переделали. Так, давайте где-то тут теперь останавливаемся, лутаем, не? В Нихоре, вот этом городе? Ну, а где ты хочешь? Окей. Okay. Тут как бы дальше еще город, но можно здесь. Давайте здесь. Так, может, сходим в свой сервер, где мы будем бессмертные, типа, или у нас будет по 1000 хп там. Или типа умерший мог бы стать призраком и приходить. А ты не хочешь просто читы купить, я не знаю, какие-нибудь, да? Мне кажется, у них предусмотрены эти функции. О, я помню эти развалины, на однажды Стригуль зашел на второй этаж и взорвался вот в этом месте примерно. Так, у меня эмочка есть. У меня партизанская униформа. У меня эмочка без патрон, тут кто-то был. Илья, тоже, у меня есть... У меня тоже без патрон. Илья, у меня есть одежда журналиста, иди, хочешь подобрать? У меня тоже эмочка без патрон, пацаны, я могу пугать людей теперь. Я начал читать детективы про Джека Ричера, очень любопытно, и он часто справлялся со своими противниками, имея просто оружие, даже не заряженное. Он просто напант брал очень клево, так что если я кого-нибудь увижу, я просто начну напант. Ты про реальную жизнь говоришь? Просто? Нет, я просто обдолбанный. Ну да. Так, что, вы уже все прошмонали, да? Такое? Не, я прошмонал только одно здание, я дальше бегу. Давайте как-то, я еще не знаю, как мы друг друга, если что это. Ну, у меня была клава, мне известно. У тебя, да. Я хач тоже стараюсь. О, я вермин нашел, отлично. У меня, кстати, огромный рюкзак и вермин. Я тоже нашел огромный рюкзак, а вот патрон для эмки у меня нет. При том, что есть сама эмка. Блин, а как же круто было, помнишь... На ментов охотится в этом Балтислайфе. Да, но помнишь, какой там админ хороший был? Ну, нам надо просто заканчивать, типа это, стримить и просто для себя в кайф ебашить. Самолет он летит. Угу. Видишь его? Я его потерял. Я его вижу, но он за круг улетел. Угу. То есть он либо выкинул где-то уже, либо... Так, я на стройке. Блин, времени полно, через 5 минут только круг. Все, я нашел. Так, у меня появилась одна обойма для эмочки. Я хочу вам сказать, что это еще одна из главных дорог, которая в круг ведет, поэтому, возможно, кто-то это по ней к нам придет. Блин, а что? И этот глушак, нихуя себе, я глушак нашел и шляпу. Я гранату нашел. Ну типа все, я боюсь. Это ты? А, Илья, ты в шляпе, стой, я сзади. Да-да-да. Вот тут еще, типа, в воздухе висит... Дай-ка я прицел вот этот возьму, он тебе все равно не пригодится. Я, скорее всего, даже не расстреляю. Да, я это имел в виду. Поэтому. Слушай, а че в воздухе нельзя брать? Как вот получалось это? Да, в воздухе не берется, это багнутая вещь. Жаль, там РЦО. Блять, я думал, на крыше что-то есть. Погоди, Кекс, не уходи из этого дома, где воздух. Ты сам не уходи оттуда, я вернусь сейчас. Я посмотрю уже, потому что я уже ушел. Слушай, у меня тоже... Давай я тоже шляпу одену тогда, чтоб ты меня узнал. Может быть, конечно, каска спасла бы мне жизнь, но... Возможно, то, что ты меня узнаешь, кстати, тоже... Когда в третьей армии не стрелял с оружием, с глушаком, я вообще не знал, что глушаки есть. Есть, есть. Тут для пулемета даже есть глушаки. Знаешь, как с пулемета с глушаком стрелять? Может, потом реально на кокаиновую фабрику облаву замутим. Там, угу. У меня кэмки дохуя патрон. Да, я тоже нашел еще пару обоим. Пойдем, Илья. Сейчас нам надо Макса найти, и в принципе, мне кажется, мы уже готовы. Мы тогда в сторону грузовика двигаемся. Угу. Правда, еще у него может быть уже засада какая-нибудь. Я тебя прикрываю на первом этаже. Все, понял. Я вышел из прикрытия. Я уже вижу.
Я возвращаюсь на дорогу. Блин, я бы посмотрел, конечно, ваш стрим. А чей-нибудь, что? Если бы у меня работал Twitch. Так как? Тебе надо рестрим просто хуйнуть, типа, а, у тебя... Мне не работает Twitch. Я не могу ничего сделать. Ладно, скоро у тебя еще и газа не будет, так что... Ну, да. Воды горячей уже нету, до октября ее не будет. Пиздец, до октября горячей воды не будет? Ну да. Ты прикалываешься, на самом деле она есть, просто ты... Нет. Я приехал из Америки, короче, 23 июля, воды горячей не было, до 1 августа я еще не дергался, но думал, типа, нормально, стандартный летний, короче, то есть ты глянешь? На месяц. А потом, типа, посмотрел в интернете, и мне друзья сказали, что, короче, да, отопительного сезона. Меня, короче, Илья, тут рюкзак большой, возьми его. У меня есть, у меня, короче, там Ксюха большой, уезжает, типа, 13, ну, завтра уезжает. На месяц почти. Я на самом деле думал тебя у себя приютить, но теперь знаешь, что ты не мытый, короче, рыло, блядь. Я вообще не пущу тебя даже домой. О, слышишь, Илюха, серьезно? Я рядом с машиной. У тебя будет, если что, слот, если тебя не разрешат? Ну, типа, если ты там не будешь блевать и падать, то, наверное, я тебе, конечно, положу, но максимум там на ночь. Типа я тёлок хочу позвать, знаешь ли. Все, мы идем. Мы около машины прям. Ну мне на две ночи, садится? Илюх. С 16 на 17 и с 17 на 18. Типа посмотрим. Мы сели. В принципе, так, наверное, можно. Максим, ты где? Ты же сказал, ты около машины. Вот, перед вами прям. Так, я, пожалуй, уйду тогда, пока. А что, может глюк какой-то случится? Нет, может случиться выстрел какой-нибудь. Бля, как же мне хотелось пересесть сейчас на водительское и вперёд, короче. Не могу на людей с флагом Златоуста смотреть. Поехали. Не знаю, куда ехать. Сам, Макс, посмотри по карте. Можно где-то в горах. Мы в городе были? Зарос какой-то, да? Мы в городе Нехори. Неохри. Не да погнали прямо в центр, в Поливка. А давай над Поляка, вот вверху там, видишь, какие-то горы. Можно на них сесть. Понял. 70 метров. Кстати, вот в последнем романе про Джека Ричера, который я прочитал, я просто уже всю умную литературу прочел, поэтому читаю всякое бичевское чтиво. Там, короче, была как раз команда из трех убийц. Там был водитель, наблюдатель и, собственно, киллер. И вот они много лет работали вместе, и, типа, это было очень клево. Я предлагаю создать новую команду из трех убийц, где будет водитель, убийца и долбоеб. Такой вариант. Я буду просто сидеть между вами и слюни пускать, типа, Отлично, Илья. Как я дебил. Какой я дебил, да? У тебя очень хорошо получается, Илья. Ты учился где-то этом? Не, оно само. Это талант. Понял. Вот, например, зайди на стрим к Факеру, там тоже сразу видно талант к стримерству. А чё туман-то опустился? Я там начал эти инсайды. Да мы уже все спалили. На самом деле мне не нравятся вот решафлы, если честно. Но новый да, состав ставит тоже. Но я вот про Virtus Pro состав я вообще слышал. Причем от людей, которые, как мне кажется, больше шарят в том, как будет выглядеть состав. Короче, Макс, на пике этого поворота. Я знаю. Все, давай. Ой, по нам стреляют. Ой, сзади. Блядь. Сзади, нормально. Мне состав. Я рассчитывал, короче, Лешу в другом увидеть составе. Вот. Все равно теперь в Европе будет абсолютно топовая команда. Это я так просто вдохнул. Несколько бывших игроков Что это? Летаем. Слушай, это как это небесная просто тачка. Главное не стать небесной сотней. Что произошло? Заглушить ее не забудь. Все. Блин, только жалко мне прицела. Как вы выглядите? Покажите. Вот, смотри, мы в шляпе. Два придурка в шляпе. Это мы. Все, шляпа. О, самолет. Прям летит. Да. Выкидывай, пожалуйста. Не, пацаны, далеко будет. Пиздец. Насрать, мы доедем. Я сажусь. Просто уже. Походу вообще не будет. Так, GPS я выключил. Все, правда. Погнали. Так, давай, погнали. Все, работаем. Правда, такой туман, я вообще не понимаю, никто к нам не придет, мне кажется. Давай, Макс, я прикрываю тебя. Давай, Илья, я тебя прикрываю. Давай вот так вот, треугольничком, все, никто не подберется. Макс, давай, это кекс включи на стриме сектор газа туман. Сейчас, подожди. Давай. А мне YouTube там не заблокирует меня? Я не думаю, что сектор газа, группа которая... Ну ладно, не знаю, я вообще не знаю, можно ли теперь музыку включать, но уверен, что копирайтов... Нет, там можно включать музыку, просто у тебя будут воды без звука все. Все, я включил, ребята, и бегу за вами. Блин, ну если звук пропадет в воде, это тоже будет печально.
Какой-нибудь строится, он наверняка хотел бы перезалить все это дело. Хотя он может взять звуки с факера стрима, знаешь, там. Да, наконец-то. Главное, чтобы он не слышал, как факер шутит. Да ладно, я все равно воду не сохраняю. Я только эту игру прошел. Я сейчас на стриме нормально так инсайдика попалил по видосике из фильма. Да я посмотрел эти инсайды, ты пиздобол. Забейте, ребята, все не так. Это вообще детский сад. Факеру никто ничего никогда не расскажет, он пиздобол. Вы что вдвоем лежите как? Не, я прокинь, я... А что нам делать? Дальше идти там... Не, дальше-то идти не надо, но вы вдвоем... Просто, что за ЛСы вы? Пацаны, на ту сторону дороги перехожу тогда. Все, все, хорош. Оп. Откуда? Страшно, ребят. Вы прикажете? Откуда? Нет. Не я. Макс, это М-ка так стреляет, по-моему, сейчас? Да, М-ка так стреляет. Это ты, то есть, стрелял, да? Угу. Я маленько испугался, потому что если бы я знал, что это М-ка, то я бы понял, что Максим шутит, но... Я бы знал. Она так же стреляет, как раньше. Не, у него, нет, звук другой абсолютно. Но в городе явно кто-то был, если он ебанул нам сзади. Да, молодец, я. Знаете, видишь, я типа провожу следственные. Ты где-то служил, что ли? Я как ты вообще? Ну я догадываюсь. Слушай, вот, блин, я ближе перебегу. Ага, я наблюдаю за вами. Так, ладно, сектор газа, с вашего позволения, мы дослушать не будем. Но туман действительно пиздецкий. Я зашел на территорию города. Илья, не обязательно сейчас куда-то двигаться, потому что мы, возможно, не сможем понять, где ты, и не поможем тебе. Я вижу, Илью, только не заходи туда далеко вглубь. А я тебя, Макс, не вижу. Ты где, в кусте в каком-то? Я лежу, меня не видно будет. Ну я понял, я-то должен хотя бы примерно понимать. Ну впереди тебя, короче, чуть-чуть к городу попался. Понял. А давай работать как чё, как бойцы, как в американском мы фильме. Так и идем пока, ну типа... Все, иду к дому напротив, через дорогу. У меня просто еще всякие козявки на мониторе, они мне кажутся людьми, потому что... Только не убей меня, я слева от тебя, около дома. Тебя я хорошо видел. Но вот сейчас ты пропал из виду, видимо, ты задним... Вот, не-не-не, сзади, впереди бегу, впереди, через дорогу. Я понял. Кто у мусорки? У мусорки Илью вижу. Все, перебегаю к следующему объекту. Все, я здесь. Занял позицию. Я справа. Проблема в том, что у нас в домах легче найти, короче, чем эти. Все, я, короче, не бегу. Кто стрелял? Не я. Да, вижу по дороге прям. Прям, да. Убил его, убил. Да, все, лежит. Живы, нет? Меня покосило, но я жив. Илья, ты как-то сядь зачем-то, что ты ходишь все? Еще там один, ля. Там же прям? Да, ля. Убил. Еще один. Где? Все, да. Еще один. Где? Убегает, сука. Еще, по-моему, был. Война пошла, но я ничего не вижу. Туман. Там еще трассеры вижу, короче, там много народу. Ой, блядь. Я прям рядом, Макс, я прям сзади тебя, но я никого не вижу. Перекатывайся. Да, Илья, вот в кусте в этом ляг лежит. Стреляй, Кирилл, по тебе стреляй. Да. Я ничего тут стреляю. Все, я умер. Блин, я же был сзади вас, я вообще никого не видел, но... Ай. Эти трассеры прям шли, ты бы по сторонам смотрел. Так я только пришел, я только пришел, мне ногу сразу сломали, когда подстрелили. Я уже не смог убежать просто. А Илюха жив? Я жив, но типа я хочу, чтобы эта перестрелка закончилась, потом не скажу. Я пытаюсь спину обойти через правую сторону огородов. Может получится. Я по левой стороне. Да, гадко просто. По правой, а они на КамАЗе приехали. Там дохуя их было. Да. Вот КамАЗ их стоит прям... Вижу, пострелял. Меня убили. Блин, такой куст дурацкий вообще. Как меня сразу вы прострелили? Блять, вот он, пидорас. Но я не успел. В этой игре выигрывает тот, кто сидит на месте. Но он там бежать дальше. Это определенно вроде плохая идея. Один, куда? Может, два, скорее всего. Я не думаю, что он один там остался. Я даже выстрелить в этой катке, по-моему, ни разу не выстрелил.
Блять, Факера такое лицо. Я оператор, как бы. Бля, равно. Мне пиздец, как интересно сейчас. Вот просто все слушаю, я даже посмотреть не могу. Твое лицо, оно такое классное. Ладно, ребят. Хорош троллить Факера. Ты хочешь меня пожить, что ли? Да пущу я. Ну, реально, вот ты как потерянный щенок. Это классное описание было. Ну, вообще, у инменты вообще, по-моему, круче. Не. Если бы у меня был выбор жить у себя дома или у Мэтта в общаге, я бы даже не задумывался. А что за FR мод? Это что такое? FR Involved 4, это что? Просто он как бы есть. Давайте за что на регулярный пойдем, только это тяжело на этом сразу. Мне кажется, я сел в куст, но на самом деле, видимо, я сел не в куст, а... Ты сидел в кусте, по тебе он стрелял, я тебе сказал... В смысле стрелял? Он по мне стрелял, а сразу начал отходить, не, и у меня не, ноги он сломались. Не попадал. Мимо тебя стрелял трассер. Так вы подохли уже? Не знаю, ты можешь стрим потом посмотреть, трассеров не было. Ну там так получилось, что вот эти трое были вместе, которых мы убили в центре города, и еще каких-то два пидораса, и по ним стреляли по кексу. Они прям с того же, ну как бы спереди? Не, они не с центра города стреляли, они оттуда, где мы, короче, машину забили. А, сзади, что ли? Угу. А, так я к ним вылез, получается, вообще. Ну, тут тяжело на этой карте. Везде дома. Так еще на карте еще то, что со стримом от хардкора там и так далее. Угу. Ну типа, как он тебя увидел, так в кусте чисто. Он там лежал, ждал. Такое. Ну, в городе типа тяжело на стриме спрятаться. Если ты где-то в лесу лежишь, там хрен найдешь даже на стриме. Пока серваков нет. Но... Да сейчас будет уже. Я не понимаю, что за FR4, но... Че, вы заходите, да? Куда? Сейчас зайдем. А, ну вы скажите, когда нужно. Да. Пока отвлекся. Ты за пивом там хотел сходить где-то часа два назад? Не, я уже сходил за пивом. Я типа уже его пью давно. Просто читаю всякую хуйню. В интернетах. В интернетах. Новости друзей, например? Нет, я как бы не интересуюсь новостями друзей. Ну я вот думаю свой бизнес просто открыть, но только через несколько дней узнаю, что там по деньгам. Что за пивнуш... бизнес? Ну пивнушку такую маленькую, короче, замутить. Я думал вот этот хачапури продавать. Не, вот, ну типа эти ребят меня и навели на эту мысль, потому что я посмотрел, у них там все так прилично. Я не знаю, в такого рода пивнушный я, ну типа, я лично... Не ходил бы. Ну, типа, ну, вот если они так выглядят. Нет, ну, дружище, лава, понимаешь, короче, в том, в чем проблема? То, что тебе придется в нее пойти, если ты хочешь жить у меня, понимаешь? И так многие так туда попадут. Так ты можешь отель сразу откроешь, какой-нибудь мотель? Вот, пивнушная будет рядом с квартирой Илюхи. Не, отельный бизнес мне не понравился. Я и так являлся акционером одного, блядь, хостела. И, короче, это все не то немного. Денег мало, чем месяц приносит. Но могу себе позволить, конечно, пить в заведениях получше, чем кружка. И дурака валять месяцами, но все равно это кал. Факер, вот как тебе сиськи, короче, я вот скидываю картинку. На твой взгляд, хорошие или хреновые? Это тест какой-нибудь? Нет? Ну, просто интересно. Так, новости в интернетах ты читаешь? Не, мне такие не нравятся. Mm-hmm. А ты что? А скинь мне пример сиси, который тебе по душе. Сейчас. Так не надо там мою бабу скидывать или что-нибудь в этом роде. Я обижусь на тебя тогда. Сейчас. Подожди, а мы состав Virtus.pro обсуждали или нет? Ну, я, типа, считаю, что это не тот состав, который будет. Так напиши, чё ты, раз уж вечер инсайдов, уже все узнаем, чё же. Нет. Ты Инессу обещал или что? Ну, там, видимо, заменят, короче, одного человека. Ну, напиши, мы его заменим. Не, ну смотри, короче. Ну, вот такие, короче, блин, о господи, что за ссылка? Силикон 10 размер? Не-не-не. Самое, самое главное, что это не так. Mm.
Я сначала тоже не верил, но это не так. Вот это вообще идеал, как по мне. Ну да, нормальные сиськи. Скинь дреды. Я тоже думал, что он либо дреды, либо вилат скинет. Так, что, появился сервак какой-нибудь? Забавно. Там инсайт Илья мне пишет. Написал. Сколько зрителей у нас там в общем, кекс? Сейчас посмотрю. Ну, когда я играл, было 860, сейчас 700. У тебя на стриме? И у тебя 580. Нормально, на самом деле. Я не ожидал, что... Еще 2-3 стрима, фак. Там, мне кажется, там в неделю надо просто чуть-чуть постримить. Ну, я постримил уже за эту неделю... А, не вторник. Ну, короче, за последние 5 дней я три раза стримил так основательно. Позавчера... Мэтт, завали ебало, у Дреда норм сиськи. Да как будто я критиковал его сиськи. Я сказал, что человек ему скинул типа 15 тысяч доната, и типа Дред его нахуй послал. Вот это не по-пацански, я считаю. В смысле? Как это? Ну как? Ты что, не читал эти истории прохладные? Не, я не слышал, а что было? А потом еще Дубас, короче, матом ругался часа 3 подряд. Пьяный. Ну вот, вижу, типа, кстати, UK1 и UK7 ранки до по 4 человек там осталось. Угу. Так, подожди, что за прохладная история? Типа, какой-то чувак скинул... Тот скинул сиськи Вилат, короче, я больше вообще говорить не хочу, я спать. Боже. А почему он как рак красный? Вот уж не знаю, да пил, наверное. Может, ему стыдно за что-то? Это ссылка там, где он недоволен, такой сидит в плавках? Нет, по-моему, он, блядь, довольный. Более чем доволен. По-моему, нахуительно доволен. Ну скинь ссылку-то. Посмотрите, у меня же не работает ебаный движ. Чуть-чуть не было никакого истории. А, не было, все, удаляю. Просто типа про... Да не, этого ты можешь удалить. А что ты написал? По поводу Дреда истории про 15 тысяч-то? Да. Я, короче, всегда считаю, что люди, которые переводят деньги, я типа подъебать хотел Дреда, но на самом деле люди, которые переводят деньги, они сами как бы делают это добровольно. Ты же, типа, ну, когда, например, жертвуешь деньги там раковому больному, ты же не обижаешься, что он умер там или еще что-то в этом роде. Ты просто, блядь, ну, как бы занимаешься меценатством. Мне он какой-то чувак там 50 или сколько он, 70, я уже не помню, тон перевел, написал, что хочет видеть для от меня нерекламные обзоры и так далее. Но понимание должно быть, что я у него этих денег не просил, что за рекламный обзор мне платят гораздо больше, поэтому как бы это не поможет справиться мне со своим желанием продать свой анус. Также и с Дредом. Чувак ему заплатил там 15 тонн в надежде, что тот его добавит в стиме там или где. Но Дред его... А, ну так... да. Да. Ну да. Илья, как обычно, просто преувеличил в 3 раза. Ну да, я это помню. Чувак еще там... Я преувеличил. Я только свой член преувеличиваю в 3 раза. 9 сантиметров, пацаны. У него, понимаешь, Илья, топ-донатор 6. И то, который Шачло кидал. Шачло вообще всех кинул. Ну, Шачло... Я не знаю, почему он ушел. Да вообще, имхо, типа... Вообще неважные составы, где Шачло, где там вот эти М5, мне кажется, ну как-то... Ну не знаю, состав М5 как получше смотрится, чем МПР? Состав Virtus Pro. Так не, Virtus Pro, они как бы, ну, как бы, они, я про них не говорю, я про Empire, Na'Vi там, как бы, и так далее. Короче, мое мнение, Кекс, пора врываться. Вот, серьезно, кто в чате сидит, кто хочет команду с Кексом видеть на кросс-сцене? Илья, я тебе все выключу. Я не буду в тут играть, пацаны. Я ему предлагаю, я ему даже зарплату предложил, чтобы он типа собрал команду и все такое хорошее. Блин, зарплата хорошая, я не спорю, но... Ну, а чего ты отказываешься? Замутили бы организацию, поиграли бы, не понимаю. Илюх, я готов. Нет, чувак, у тебя уже есть команда, которая когда-то была моей. Это опять закончится тем, что, блядь, придет... Не, подожди, у нас не Nasty Heroes, у нас Навальный Aura Hero, он называется команда. Хотя
надо. Я видел, как вы на Аматорке еще играли под флагами, которые я рисовал, так что. Да-да-да, это украли команду. Заметьте, у нас сейчас другая команда совсем подожди. Я понял. Inmate, ну сейчас я просто типа по скиллу бы не проходил, но фишка в том, что Inmate тогда писал, типа, в Аматорку пойдешь, но мне казалось, что лучше я пойду играть с другими людьми, потому что вы позвали двух баб. Я с бабами, типа, вообще играть не хочу. Ни под какими предлогами. Так, а мы тоже уже не играем. Ну, понятно, что в итоге, если бы я знал, что в итоге кикните баб там в перспективе и так далее, я бы, наверное, тогда остался, но, блядь, играть с двумя бабами, как бы, это вообще идиотизм. И до какого ты прошел, подожди, или ты вообще забил хуй? Ну, а, мы же против вас КВшились, я помню. Да нет, это не была наша тима, там вообще был Кекс, Харок и, блядь, просто люди, с которыми мы играем на стримах, у них 2000 ММР о чем-то. Мы, блядь, дошли до топ... Бля, мы в топ-16 проебали, или в топ... 8, не, в топ-16, ну, это херодоты, но там, блядь, короче, сначала мы всех ябали, но потом просто наш капитан начал просто хуесосить всех постоянно, каждые 2 минуты, и всех это заебало нереально. Играть просто так же было. Стол. А? Да у нас так же было на херодоты. Да, только у нас пассивный, знаешь, такой. Последний этот раунд, последний а кто у вас начал кого хейтить? Ну, фак, это не на стриме. Да, ну, ты напиши, просто напиши. Ты инсайд. Пассивно поебывали друг друга, и все. У нас просто какой-то пиздец начался, но просто... Ну, типа, турнир просто такой, ну, как бы я никогда в жизни не буду больше... Ну, я и так в доту-то не хочу играть, а как бы... Ну, турниры реально, ну, 3 месяца играть, ну, боже мой. Слушай, я говорю, как бы, Кекс, давай ворвемся, и как бы зарплату ему хотел дать, а он, типа, не буду больше доты играть. То есть, представляешь, как у него пердак лопнул. Так что, факер, ищи перспективных молодых игроков. Особенно украинских, они, я думаю, готовы поменьше денег брать. А то, что вот этот игрок, про которого вы пишете в чате СВЧ, это, блядь, ну просто это бесспорно абсолютно. Даже да, там, да мы причем, мы игру-то полуфинальную в легкую выигрывали, на самом деле. Мы 15 тысяч вели, но чувак, типа там у нас... в финале этой самой, когда Декстер с вами катал и Inmate. Илья, там... это была твоя идея, если что. А кем? Мне надо было, блядь, за час найти, блядь, стендинов. Я, в принципе, неплохих нашел, тоже знал, что вы не сыграетесь ни хера. Первый да матч. Тут дело не в сыгранности, тут дело в СВЧ. Откуда что СВЧ вылазит? Что я мог сделать еще, типа, Максим Гудок? Затащить, сесть сказать. Сам играть, но ты сказал. Eye of the Tiger. Что общее было, типа, решение. Да я согласен, не, я ж ничего не говорю, я просто говорю то, что, ну, бывает. Лучше игроков за час до начала матча я найти не мог, а то, что Дред так проебется, я тоже не знал. Есть ли девушки с Удмуртии? Блять, я всю жизнь мечтаю об узкоглазой сучке. Ну, у удмуртов, наверное, опухший ебальник. Такой. Вообще, бля, по-прежнему на UK 7 4 человека, но вот, кстати, UK... Что там, UK 5 человек? Окей, 1-3 человека. Вообще, я хочу сказать, что эти турниры, вот, имхо, это нереальная хрень просто. Не говоря о том, что там денег нету, как бы, как таковых, то... А то время за... отдать было... Там за первое 32 тысячи рублей. Ну, чё смеяться, а, 6... А, косарь бачей, меньше косарь бачей. Да, на пятерых за 2 месяца. Ну, чувак, там основная идея была в том, что, типа, люди играют на стримах и все такое. Кому-то, может, и нужен был этот косарь бачей, скорее всего, в темноте каким-нибудь, которые стаки такие собирают везде. Слишком аматорский. Они хотели элитный дивизион сделать, но потом просто забили хуй. А куда, кстати, эти деньги дели? А Херодот больше не будет или будет еще? Ну, там отдача не была, то есть по... просмотром и по трафику на сайте они полностью отбились там, естественно, но как бы смысла нет продолжать.